В Одинцовском отделении партии «Единая Россия» прошел личный прием граждан. В этот раз с обращениями жителей работала Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы. Проблемы дольщиков, недопонимания в семейных отношениях, получение социальных льгот – это далеко не весь перечень вопросов, которые были адресованы парламентарию. Очень серьезный вопрос дольщики. Люди из Звенигорода, вдохновившись нашими успехами, нашей команды Одинцовской во главе с Андреем Робертовичем Ивановым, когда мы, собственно, в ручном режиме решали проблему недостроенных домов, они, вдохновившись, вот приехали, и сегодня мы будем организовывать точно такую же команду мечты и продолжать работать в Звенигороде с людьми, которые оказались вот в таком бедственном положении. В мае этого года в 5-м микрорайоне города развернулась нешуточная ситуация. Жители встали на защиту своей земли. Поддержали инициативу глава района Андрей Иванов, депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков и Оксана Пушкина. Проводились совместные встречи. Результатом стала отмена Минстроем разрешения на возведение торгового центра вблизи жилых домов. Депутат Государственной думы держит эту проблему на личном контроле и советует жителям не ослаблять хватку. Символично, что именно Оксана Пушкина вручила главный приз премии «Наше Подмосковье» Одинцовскому сообществу. Депутат еще раз поздравила супермамочек. И вот эти мамочки, которые, объединившись, среди них есть одинокие, есть те, у которых не сложилась жизнь, но на руках ребенок, и они друг другу помогают. Чем отличался наш народ всегда? Мы всегда друг другу помогали, а женщины в особенности. И, конечно, такая вера в наш женский профсоюз. Я вчера прыгала от счастья вместе с ними. Безусловно, решить одномоментно все проблемы не в силах даже депутат Госдумы. Но попытаться разобраться в вопросе и найти правильный выход из сложившейся ситуации можно всегда.